Карелии в память о сотруднике СМЕРШ из Иркутской области сотрудники ФСБ установили мемориальную доску. Ее торжественное открытие состоялось в поселке Импелахте на братской могиле десантников 99-й гвардейской стрелковой дивизии. Оперуполномоченный органов контрразведки гвардии лейтенант Петр Софьянов родился в Бохонском районе. Он погиб на территории Карелии при отражении атаки финнов в ночь на 12 июля 1944 года. На возвышенности с лаконичным военным названием «Высота 99». Сведения о его месте гибели в документах Центрального архива Минобороны России отсутствовали. Инициатором поисковых работ стал сын Леонид Софьянов.